Это ваши повозки, да, значит? Дугал? А зачем вам армадилы-то, мужики? Ручиться. Куда ты его туда? Ага, справа там. Можем отвезти тела, да. За деньги, правда. Здорово. Ко мне. Здорово. К владельцам. Хорошая телега. Да, спасибо, знаю. Ну, давай. Слушай, хорошую мы повозку, так сказать. О, узнать с них свою телегу. Да. Да. Чё, ты хочешь купить? Я хочу посмотреть. Да, ну, вон, смотри, залазь, чего угодно. Хорошая телега. Наш отец купил. Человек пять назад. Отец купил. А как звали отца вашего? Джерри. Да? И как, сколько лет назад купил, говорите? Пять. Пять? Что купить хочешь? А лошадей как звать? Винибили. Винибили, да. Как? Винибили. А что здесь? А что здесь? У них клеймо К и Л. Да, это... Это инициалы нашей бабушки. Да. Как звали бабушку? Лолита. Да. На лошадей обычно ставят клеймо лошадейное. А мы решили, что наша бабка как конь, поэтому да. Да. Уехали сейчас. Разбирайтесь, сейчас я пойду идти посмотрю, где деньги. Сейчас. Давай, $30. Вы со стороны Тамплвида ехали, да? О, да, нет. Что? О, нет. Ты дурак, блядь, молчи, суки, блядь. Молчу, я что-то, да. Он у меня иди дурной. Отсюда, дед. Иди нахуй. Подожди, ты почему его нахуй его посылаешь, а не этого рыжего? Чё ты, блядь, вообще так интересуешься? Ты в зубы коням нашим не смотри, они тебе не дарёные, понял? Давай от нашей повозки отсюда вали. Ваши повозки, значит. Козёл. Это ваши повозки, значит. Это ваши повозки, да, значит? Ты чё? Стоять! Ты чё, ебанутый? Стоять! Нихуя! Это ваши повозки, значит. Это моя повозка. Поехали, нахуй. Шум подняли, блядь. Блять, я тебе говорил, что не надо. Нас повозку пытаются. Давай вперед через. Давай вперед через ворота. Давай, давай, давай. Что происходит, блядь? Да вот, мужики же-то куда-то собрались. Теперь вернитесь за врачом, кто говорил, что он не нужен. Еще заблагался я. Да, я знаю. Дугал? Бля, моряк. Мужик. Пиздец, что происходит сегодня? Город. Что ты? Телега, повозка. Да повозка тут рядом, повозка. Все, пристрелили, ублюдок. Тебя приложили? Болит лицо, ой. Фу, блядь, ну хоть лицо. Ты ранен? Может еще где-то болит? Нет. Висок у него разбит. Ну не страшно, хотя, блядь. Неси эти самые тряпки тебе. Да и холодную. Да у меня есть тряпки, вот я приложила. Что, холодную что-то неси. Сейчас водичку. Я подержу тряпку, давай. Да лучше бурбон. Смотри, там крови сколько. Нехило так приложили, блядь, разбили там. Вот. Блядь. Немножко, чтобы обеззаразить. Что в наших произошло? Мально терпи. Это моя повозка. Молит. Твоя? Стоит в порядке с твоей повозкой. Там, да. Где? Данте, привет. Где-то стояла. Забрали все. Кто ее забрал? Мы.
Блядь. Где моя повозка? Отдадим тебе повозку, не переживай. Вставай давай. Все вертится, кружится. Да, его. Надо тогда мысленно расстроить. Че? Повозка ворованная оказалась. А ну иди раз. Я его? Как ты в салон, а что, а то опять застрелят. Давай тихонечко, пойдем. Шапку подбирай. Вот-вот, его едет. Это моя. Это твоя повозка? Да, шляпа где моя? Тебя ее украли? Под жопу у тебя. Да, в там был виде. Сейчас разберемся. Ладно, пойдем. Давай, лапу. Я сам, спасибо. Смотри. Ну извиняй, в следующий раз. Да, я понимаю. Повозочка. Твоя повозочка. Да, повозочка, моя повозочка. Тебе повезло, что я за нее не заплатил. И просто сказал, что она моя. Если бы я заплатил, я бы тебе хуй отдал ее. Линчеватель, куропатка, здорово. Ничего, Нокс, с тебя одна перевозка бесплатно. Линчеватель, куропаточка, здорово. Там ты живой. Замечательно. Хорошие мои. Все в порядке? Да, болит лицо и голова, а так да. Ой, как я тебя понимаю. Ну садись, отдохни. С меня перевозка туда-обратно бесплатно. Да у меня конь, забей. А кого забить? Надо забить кого-то. Нет, я имею в виду, что у меня конь, я доеду. А, ладно. Ну, слушай, ну нашли. Как она вообще оказалась-то здесь у них? А мужики, которых мы видели, они это украли и привезли сюда. Хотели продать. Блять. Нормально. Козлы. Я уж все думал. Ты знаешь, если я не нашел бы, я бы пулю себе в голову пустил бы еще. Да ну ты что, гонишься за повозки? Это больше, чем повозка. Это я. Это часть меня. Слушай, слишком быстро ты сдаешься, чтобы сразу пулю себе кидать. Мужик, а что они тебе говорили-то? Они говорили, что это не повозку, это их повозка, что это бабушка и дедушка, и, ну, короче, говорили, чтобы я шел куда подальше. А я его знаю. А как у тебя это украли? Там был виден сюда стрельба, и там я вернулся, а повозки нет. Кто-то украл, видать. Мне кажется, что они как-то связаны, блядь. Спасибо, мужики. Я только здесь обнаружил. Он еще сидел, стрелял. Да, мы ехали, искали ее, приехали, увидели. Ага. Нет, тот мужик, когда я продавал, там были еще кто-то с ним? Я же вроде видел, там Линч. А. Кто-то стрелял еще из повозки, кроме того, кто пытался ее продать? Там два человека было. Два их было, мы их пристрелили. А. Я одного, да. Генри, по-моему, второго. Да, кого? Как вы все, как выглядели? Ну да, да, конечно. Мне по лицу приложили, я уже ничего. Кого убили, посмотрели, как выглядит? А, красная рубашка, темные волосы. Да так же выглядит. Да. Нет, стильски, как обычный американец. Да. Все местные. Одна, ну, походу, одна банда была. Мне тоже кажется, блин. То есть они напали на салон, а потом решили еще повозку продать. Гениально. Да? Да, одни повозку продавали, другие салон грабили. А что, у вас на салон? Салон ограбили? Ну, попытались ограбить. Угу. Да, вон они в яме лежат. В смысле, блядь, убили? Что с ними делать? Убили всех, нахуй. Убили всех, кто пытался ограбить. А блядь, господи, я думала, они начали, они всех тут поубивали. Я тоже подумал, да. Если бы всех поубивали, то на самом деле, оказывается, вы были бы все в аду. Но троих ранили. Значит, как бы мы с вами разговаривали. Считай четверых, если там на банк. Я не хочу в это, я хочу в рай. Я говорю, что наших ранили четверых. Ну, пока ты получил только свою телегу назад. Это лучше, чем рай. Ага. Спасибо, мужики. Ага. Да был, мужик, за что? Ты бы врача искал. Если лучше. Бы они начали стрелять, они бы уехали просто. После вообще ничего не понял. Ну да. Тоже ничего не понял, поэтому я бы не стрелял первый. Да, блядь, если бы они не остановились, я бы не стрелял. Забрать. А он понял, что их там поперестреляли. Он попытался ее продать. Я воздух пару раз выстрелил. Все. Ага. Так это этот, Найк. Слышь, ты это?
В следующий раз возьми на телеге свои реально что-то нацарапай, нарисуй. Да я ее. Бабу голову. А, придумай, так сказать. Чтоб узнал свою повозку. Ну да. Надо подумать, да. Ну что, обратно поехали? Поехали. Извини. Да не. Чё? Поехали, линчеватель, поехали, куропатку. До свидания. Ну так ты рад, я так понимаю. Ага, конечно. Ну и слава богу. А что насчет там индейки? Какой? Ну а? Как для этой. Слушай, я сейчас чуть с жизнью своей не расстался. Это об этом уже завтра надо подумать, ага. Ну ты смотри, не тяни, а то вдруг кто-то другой ее сердечко завоюет. Ну, если мое, то подождет. А слушай, а что если змею я подарю ей? Слушай, ну я, кстати, ну змею, я думаю, она даже оценит. Ага. Подари что-то со змеей, не знаю. Не-не-не, просто змею пристрелю эту бошку и принесу, прямо скажу, делай себе хоть что, хоть пояс, хоть повязку на шею, ага. Ну, блядь, как бы это здорово, но это ты прикинь, это ты ее озадачишь тем, что ей надо будет куда-то деть эту змею, блядь, найти, чтобы кто-то что-то из нее сделал. Зато? Да? А что? Ты ее типа лишними делами запаришь, типа, нафига. Ну да, тоже правильно. Подари, не знаю, какой-нибудь что-нибудь такое, чтобы она, ну, могла видеть, носить. Сапоги, например. Сапоги? С змеиной головой, да. Угу. А где их взять? Ну, у портного можно заказать, наверное. Или шляпу. Слушай, шляпу. Шляпу? Да, со змеиной головой. Я думаю, она оценит. Живой со змеиной головой? Слушай, ну, как бы с живой тоже прикольно, но не особо безопасно. Да, тоже верно. А что если... А что если... Голову медведя, а? Где ты здесь медведя-то найдешь? Тоже верно. А волка? Тогда уж пуму. Пуму? Да. Надо подумать. А если пум будет в зубах змея, а? Блять, а у змеи во рту индейка, да? Ну да. А в индейке ларец, а в ларце игла. Ой. И как раз, чтобы шил, тебе она было чем ей шить, да? Чтобы себе шила ша. Да, да. Да, надо думать. Ох, как болит голова-то. Завтра веселее будет. Да, надо, значит, сегодня напиться. Угощаю, я кстати. Я... О, спасибо. Ага. Вот это мне нравится. Вот это я понимаю. Да. Вот, сейчас приедем, всех угощу в там был видео. Ага. Хотя, наверное, нужно было всех угостить в Армадилло, но что поделать. Да ладно, вчера угостили. А, ну да. Эй, Молли! А что, если нож подарите? Нож? Ага, красивый. Ну, красивый нож, да, прикольно будет. Ну, ладно, вот. Ну, чтоб можно было и... Хотя, ну, если у нее есть нож обычный, то красивый будет лучше. Да, какой-нибудь там с ее этими... Целовалами, ага. Или чтоб нож был, знаешь, как это, ну, в виде этого, ну, ручка, ну, это... Я это понял, да. В смысле, в виде, ага, это что, у меня сразу только пошлые мысли. Вот, да, ага. Серьезно? Блядь, ну это оригинально вообще. По-моему, отличная идея. Надо только теперь кузнец. О, у нас здесь же знакомый кузнец. Нашлась пропасть. Нашлась, угу. Ты где была?
Какие-то два козла у ее украли. Хотели продать в Армадилла. О, Нокс, ты это, телегу нашел, Чали? Ага. А где? В Армадилла. А что она там делала? Какие-то два козла ее украли и хотели продать там местным. Какие? Да я их первый раз видел. Их там пристрелили и мне вернули повозку. А еще... Какие-то. Ё-моё. Это дуэль. Не обращай внимания. А чё, дуэль? Только они это не насмерть стреляются. А с кем? Шориф и еще кто-то двое. О, между друг другом, да? Ага. Вот, ну что, Нокс нашел? Да, да. Ее какие-то два козла украли и хотели продать в Армадилла. О, такую телегу в Армадилла, и там делать нечего. Да уже хотели купить за 30 баксов ее, а? Так-то мало для такой телеги. Конечно. Вот, и получается, я это начал говорить, это моя телега, они меня ударили по лицу, кстати, да, видите, у меня пух, по шляпу не видно, но у меня там синяк, наверное, будет. А еще это... Ну, короче, их убили. А еще, говорят, на Армадилла на салон нападали люди какие-то. С, эти, да. С оружием. Хотели ограбить. Это а, не, ничего себе. Да, не те дерьмо... Мне кажется, за это нужно выпить, а? Я всех угощаю, кстати, пойдемте. Пива нет. Пива нет. Не знаешь, что пить нет. Нечего? Мистер Волкер, да, давайте я вам дам 10 баксов. На 10 баксов угостите всех. Вот. От меня. На 10 баксов. Да. Тогда можно выпить текилы. Держите. Все пьете. Текилы. Мексиканец будет рад, конечно, если ух, остались. Пойду посмотрю, что там если делают. Голова болит. Сам-то пить будешь? Ну, конечно, сейчас приду. Тепленько чем-нибудь. Могу, это... Молочка дайте, но это... Молочку. 25 центов. Нет, мне нужно что-то покрепче. Да. Там молока я бы могла дай дать. Дай ему скишево. Тогда уж. Там точно покрепче. О, продавать надо. Карла, не порти мне это, бизнес. Ну я же покупаю. Ты покупаешь. Ты этого наглухо. Что происходит? Дуэль. Мне нужен врач. Дуэль, их двое. А у нас нет врача, аж сам скажу. Найти надо. В Армадилла надо везти тебя тогда. Меня там убьют. За что? Переоденьте тогда меня, не знаю. Давай, переодевай, я пока пойдем. Лошадей покормлю. Пойдем, шлиф, найдем. Сделаем ковбойчик из говна и палок. Кто-нибудь может пули из живота доставать? Что? Что? Нет. Шерифа ранили, надо везти его тогда в Армадилла. Чего? Да. В Армадилла? Да, стрелялись. У меня тряпки есть, можно хотя бы рану закрыть? Надо закрыть. Его нужно переодеть, чтобы не был похож на себя. Нет, надо его довести до Армадилла, а потом кто-то придет к этому городу, начнет искать врача, и там уже привезут его к этому... Да, за пределами. Да я города. Могу довести, скажу, что я по пути его нашел мужика валяющегося и всё. Обижаешься, но так не просто. Ладно. Так где он? Где он? Пойдемте. Я думала, что в него не попали. Так его здесь нет. Нет, он сказал, что у него брюхи. И вот здесь нет. Где он? Где он? Кто? Шериф. Где Шориф? Переодевается. С пули в пули? Ну, он там придерживает рану. Ну, надо переодеть, чтобы его нет. Ну, помоги ему, портки-то снять хотя бы. Я помог, он там выбирает. Пойду посмотрю, как он. Боже, господи. Чё? Похоже на шутку. Слушай, Люся, у тебя есть этот, как свекла сейчас где-нибудь с собой? Да, есть. Можно свекла. Штучки две? Мне нужно ехать. Конечно, 10 центов. Пойдем в повозке. Да. Так что стряслось-то? Шерифа ранили в живот. Вот, держи, 10 центов. Прошу. Слушай, что там за крики-то? Что там за крики-то? Что за крики-то? Вон от оружейного. Рыжий. А? Поехали, шериф там ждет на выезде. А что кричат-то люди, слышишь, вон от оружейного? Да не знаю, там какая-то молли вырубилась.
Ё-моё! Hello there. А где Молли-то? Где Молли? А вот она там лежит. Хорошая штука. Где Молли? Ё-моё, Молли! Что случилось? Тебя подстрелили? Кажется, нужно еще один человек к врачу. Что такое? О, какой кошмар! Так я повозку сейчас привезу, грузи сейчас погрузим. Я просто... Так, все в порядке? Что там с человеком у... оружейного? А вон это Молли, оказывается, не оружейного. Может, это ее тоже в армаде? Да. Тогда я сейчас попробую ей помочь читать. Пойдем. Грузите давайте. И Молли тоже. Да, круто. Что произошло? Меня подстрелили. А его в пузо попали. Нокс! Да? Можешь еще Молли взять в конечно, это? Конечно возьму, конечно. Грузите. В армадилду. Грузите. Зачем в армадил? У нас же нормальный город. У нас врача нет. У нас врача нет. Бля... Помирать так вот, а вот придется без врача. Тебе в этом армадиллу. А девку-то кто ранил? А я-то знаю. А мы-то откуда знаем? Просто всех пришли. Так, держись за меня. Голову. Все жили в город, не на кого оставить. Дури, эй, шериф, не помри да там. И там сядьте, положите его поудобнее-то как-нибудь. Я не умею. Эй, Хуан, помоги. Да. Помоги. Ты идиот, ты нахрена звезду нацепил? Давайте-ка грузим, давай погрузим более. Спасибо, Барман. Жик, блядь, тебе места мало. А, ну... Да мне плечо тоже попали. Коня, нет, конюшню, пожалуйста. Тоже цепануло. А где твой конь? Вон он стоит сзади этих. Все, давай. Вот все, сейчас разберутся. Давай, Гектор, сажаем его. Мы отведем. Пошли, отведем. Да, я тебя отведу, блядь. Мы отведем. Я тебя запомнила. А что? Ты о чем? Ни о чем. Все, давай. Тоже поедем, нам нужна помощь. Возьмите нас, пожалуйста, мы заплатим. 50 центов в одну сторону. 50 центов, хорошо. Блядь, шериф, мы же подохнем тут сами, старые, у нас, блядь, болезнь. Все, садитесь, давайте, запрыгивайте. На ноги, но тут место еще полным-полно, ты грибы. Не надо их брать. Подсади, да заткнись, подсади. Давай. Опа, давай. Не надо их брать. Почему? А что такое? Руку. Им помощь нужна тоже. Блять. Давай быстрее, дрожи. Молли, поехали. Поедет. Мы можем уже поехать. Молли, что там? Вы только не называйте Молли. Ими-то как раз пиздец опасно. Чего имя? Вы меня увидели по дороге. Кого? С кем ты разговариваешь? Что она? Не хочет. Я что-то не понимаю. Она куда-то ушла. Поехала за конем, наверное. Так быстрее. Шериф не так много. Странная какая-то девица. Ага. Видел, она ушла спокойно, пошла куда-то. А зачем вам вормотил это, мужики? Лечиться. А чего? А мы, я туберкулезом болею, мой друг болеет. Ой, аккуратней, да аккуратней ты что делаешь? Ёб мою. Мы туберкулез потеряли. Мне кажется, он сейчас там сдох, наверное. А не сдох. Уебать. Ты так это, то не это, не загоняй. Я, слушайте. Так вот, я туберкулезом болею, друг мой тифом. Нормально. Шериф, держись там, счастье тебе там, здоровье. Здоровье, это надо. Я рот закрыл, слава богу. Ой, блядь! Все, похуй, ед, забери. Если, сейчас, если еще раз кто-нибудь спрыгнется это снаружи, да мы не спрыгиваем, ты едешь со скоростью, блядь, не знаю. Тараканов безущих от патронов. Надо было ехать тогда с другой повозкой, понятно? А у нас нету другой, нет человека. Сейчас... Да, осторожнее, трава везёшь. Сейчас шериф помрет из-за вас. Он и так помрет.
Рано или поздно у нас все шерифы помирают. Чего? Это шериф нашего города? Я не шериф. Я Джонатан. Почему? Да блять! Тут топи, рыжий. Вернемся потом. Шериф, ты как там? Джереми. Живи, шериф. Держись! Я на шериф Джереми называть, по дороге нашли меня бандитера. Как звать-то? Джереми. Джереми, ага. Не, может, мы не знаем, как тебя зовут, потому что ты без сознания, а? А мне как в сознании? Ну, там придешь, типа, в сознание, типа, вот, вроде как. Мы тебя нашли, типа, без сознания. У них там до сих пор дерьмо воняет, которое вы вчера раскидали. Да там, не знаю, я не обратил внимания. А, ты был там уже, да? Я, да, был, но я был занят поисками повозки. А, еще она у них была? Ну там два каких-то козла ее привезли, хотели продать. Их пристрелили. Ну, кабронос. Да, пута мадре. И как они объяснили, что повозка там? Ну, они сказали, что это их повозка. Что от бабушки досталось, от деда. А я как начал говорить, что это моя повозка. Хотел поймать одного, а он меня по башке ударил и убежал. Попытались уехать. А может, это их дед? А? Не, да нет, вроде. Они рыжие были, нет? Нет. Ну, тогда точно нет. Держись! Джереми. Да. Так, а ты слезь здесь, я уезжал один. Слышишь, Гектор? Пешком идти? У меня плечо тоже ранено. Вот тогда я вас двоих нашел, да? Да, да. Он без сознания был, а я в сознании. Слушай, шериф нормально тут это делает вид, что без сознания. Есть кто? Эй! Эй! Эй, мужики, доктора позовите, там мужика подстрелили какого-то, двух даже. А что опять? Да. Чего? Сейчас придут. Вытаскивай. О. Так. Давай. Джереми. Давай. Вон, давай, сейчас, вон, сейчас, на, сейчас. На ступеньки вон присядь, давай. Да. Пойдем. А ну или тут, да, посиди. Прижимай, прижимай рану свою. Угу. Вон он на телеге. Позовите врача, пожалуйста. Да, да нету, в салуне вон там один из братьев вроде это. Кто там врачевать умеет? Мужик, кто? Мужик на дороге обвалялся, и вот этот тоже, их обстреляли бандиты. Да, ему в живот попали, а мне в плечо. Ой. А те, кто нападали, давай. Они случайно не были ремнями обвешаны там, такими, с патронами? Не знаю, мы блять, хватай его, короче, и давай его в салон на стол. Давайте. Так, а мне еще, там еще кок сейчас надо. Ой, пойду посмотрю. Так, посторонись. А? Чего? Ты же где ты говоришь этих двоих нашел? По дороге, вон это, между... Там был видом и Армадильда. Они в Тамбл-виде случаем ты их нашел. Я ехал... Нет. Вон, на дороге, по пути. Я же отсюда уехал. Как я успел бы доехать, если развернулся уже... Кто тебя знает? Ты же все-таки извозчик. Топки, ну знаешь, и чё? Тебе быстрее поскочить. Ну я вам говорю, по дороге нашел, и чё? Да нет, просто знакомые показались, решили спросить. А? Ну просто я... Там, понимаешь, просто таких выстрелов мы уже каждого проверяем. Ага.
Ну еще ночь, я вижу, людям помощь нужна, и все, потом денег с них возьму. Там еще какие-то два деда какие-то там были по дороге шли, я их не взял, потому что места не хватило. Ну, что случилось? Да меня спрашивают. Спрашиваем, а где он все-таки их нашел? На всякий случай, это мало ли, эти тоже бандиты. Да это не бандиты. Блин. Одного я знаю. Так, поеду, там по дороге два деда каких-то шли, сейчас еще за ними вернусь, погодите.